Ты думаешь, Америка — это рай? Ты думаешь, только в Америке найдешь себя? Высокие зарплаты, забота о тебе, образование, работа, высокие пенсии, забота государства — все для тебя. Но так ли это на самом деле? Так, ребята, хорошие новости. Ну, они и хорошие, и плохие одновременно. Короче, где-то вот у меня тосол течет. То есть хорошая новость в том, что это не течет в двигатель. Здесь я нигде не вижу. Я вижу, что как будто течет здесь, вот как раз внизу. Непонятно, блин, откуда. Сейчас полезу под трак, буду пытаться найти. Что-то непонятно, откуда тут капает. Сейчас вот я вам показываю. Сейчас буду звонить механику и спрашивать. Я не совсем понимаю. Так, дела обстоят хреново. А сейчас я буду открывать вот здесь вот. Для того, чтобы добраться до двигателя, надо посмотреть, откуда течет. Надо понять, если там чуть-чуть. Ну, в общем, ладно, надо открыть и посмотреть. Сейчас этим мы и займемся. Вот я снял первую панель. А теперь вот этот ящик будем снимать. Так, вскрыли, сейчас буду разбираться, где здесь течет. Надо двигатель завести, Открыл капот для того, чтобы посмотреть на свету. Понятно. Капает, это снег тает сверху. В общем, ребят, хрен поймешь. Я на всякий случай купил еще 4 галлона. У меня есть 4. Купил еще 4 галлона антифриза, вот такую вот хрень, которая должна останавливать утечку антифриза в системе. Сказали, вроде работает хорошо.
Я так и не понял, честно говоря, откуда у меня течет. Вот, ну, в общем, сейчас соберу все назад, залью вот это и поеду. И дай бог, чтобы все было в порядке. Короче, вот так вот. Вот так вот начался мой день, мое утро. Надеюсь, что все будет нормально. Но антифриза у меня, в принципе, 8,5 галлонов. Я думаю, доеду. И говорят, эта хрень в маленькой бутылочке вроде бы помогает. Так, ладно, я так и не понял. Может, это где-то у меня из-за отопления выходит. Непонятно. Я так и не понял, ребята. В общем, даст Бог, доеду. И надо ехать к моему знакомому молдавану в гараж. Пусть разбирается. Все, обсуждайте. С уважением к вам, БН.